Это шо? Мама моя родная, мне страшно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в 23-ю серию Skibidi Toilet Multiverse от Dom Studio. Новая только что вышла, совсем вот с пылу, с жару. Но перед этим мы еще посмотрим 22-ю, потому что я ее пропустил в прошлый раз. А что же я пропустил? А пропустил я... По-видимому, эффектные сражения. Ну, как обычно, ребята, в этом плане все... Ничего не меняется, все как обычно, как всегда. Все у нас тут, понимаете, все камерамены против скибидистов, какой-то зеленый дым какой-то только что был. То есть, видимо, что-то химическое используют. Скибиди база 2. Это 2, да, это 2. Есть еще база 1 и база 3, наверное, и база 10. Очень много баз у них. Говнюки порасплодились своих баз, да, и все. И что ты будешь делать, да? И камераменам тебе приходится сражаться. А куда деваться? Эффектные взрывы. Он там скибидист в каске стреляет. Ой, боже, что происходит. Так, и все это под такой интересный саундтрек. Здравствуйте, молодой человек. О, вот так, гвоздем тебе в башку. И это Дрельмен атакует. Красавчик, ну что тут скажешь? Ну это просто прекрасно. Скибиди, скибиди, скибиди. Еще там, смотрите, Дрельмен тоже летит на дрель самолет. Ох, нифига, ну это круто. Это круто тут. Тут не поспоришь, да. Бах, бах, давай, на, с ноги ему. Вот так вот. И полетай, как говорится. Почувствуй себя вольной туалетной птицей. Потому что почему бы, собственно, и нет. 2.06, 2.05, 2.04. Бах. Очередной взрыв. И кто-то сейчас появится здесь. Да, о боже. Господи, какое чмо. Да. Да, ребята, придется вам иметь с этим дело. А куда деваться, как говорится? А куда деваться, а что поделать? Ой, орем-то как бешено. Давай, спикермен, держись, держись, говорит. О, поймал. Стан спикермен, да? Поймал своего младшего друга. Молодец. Младшего братика спикермен. А кто у него сидит на плече? Там кто-то сидит, смотри. Ой! А, это тот чел, который в конце там с ним сваривал и говорил, да ладно, отдохни, чё, некуда спешить, да? Помню. Я не знаю, не работает, ну что будет, понятно. Ну это ты криворукий придурок, не мог меня нормально починить. Ладно, давай с руки ему там, с кулака ему. Приятного аппетита, кушай, не обляпайся. Прямо как мамка после родительского собрания орёт, да? Прям вообще просто. Эх ты разгильдяй! Мне что про тебя понарассказывали? Вот и все. Ой-ой-ой. Ага. И до свидания. И упал. Надеюсь, соберет себя по частям там немножечко. Ба-ба-ба. Все разлетается нафиг. Так, и шо? О, Клоквумен. Здрасте. Так, ну чё, ребята? Клоквумен пришла всех спасать, да? Чё? Что-то оттуда полезет, походу. 1-0-1, 1-0-0. Так, ребятки, надо останавливать. Сейчас какой-то могучий великий взрыв будет. Давай, Клоквумен, останови время. Музыка. Музыка вообще топ. Мы чё, мы резко на какую-то технодискотеку попали? Или что? Что резко? О. Так. Окей. Залечиваем его. Механическое сердце, да? Тык-тык-тык-тык-тык-тык, нифига себе. Нифига себе, вот это чувак, короче, торопится. Там явно молоко убежало у него дома, да? Давай-давай-давай, ты успеешь, нажми! Ах! Черт. Не успеваем. Сколько там еще времени? Времени еще сколько? Две, одна. Все. Это жопа, ребята. Опоздали. Не свершилось вот этой сцены, когда в последнюю секунду главный герой нажимает на кнопку, знаете, как во всех боевиках. Нет-нет-нет. Видимо, что-то сейчас будет. О! Еще ракета запускается или что? Илон Маск запускает ракету в космос. Смотри, нормально. Нормально. Скибиди Маск. Скибиди Маск, ребят, замечательно. Ой. Нет, тут все-таки. Нажал. И обратно, обратно. Так аккуратнее. Дрельмен, а как ты преодолел это силовое поле, родной? Пробурил снизу, да, наверное? О, я знаю. У меня же есть бурилка. Ты что творишь, да? А? Это было воспоминание только что? Флешбэк, да?
О, хорош. Тормознули парня. Such a wonderful beast. Такой офигенный зверь. I think I just found my favorite toy. Кажется, я нашла свою любимую игрушку. Так. Чё надо? Ну это мы, короче, козлы, стреляют, стреляют, что никак не победим вообще, ну что это будешь делать, я не знаю. Don't worry. I expected your failure. Как она его назвала? Don't worry. А, don't worry, мне сказал имя какое-то, а Тори там или что. Не волнуйся, говорит. I expected your failure. Я ожидала, что вы обосретесь, как обычно, да? Our achievement in this battle was taking control over their devices. Наше достижение в этой битве было захватить контроль над устройствами. Чего? Теперь они полагают, что звук emergency, короче, тревога была послана от союзников, кажется. Теперь будет гораздо проще. Перейти к следующему шагу. А вот, ребята, следующий шаг, это буквально, наверное, сегодняшняя серия. Все титаны защищают клок-базу, скибиди туалет и собираются атаковать со всей своей мощью. Опа, здравствуйте. Мистер шестиствольный камерамен. А, это титан-камерамен. Так, спикермен прилетел. Броня у него крутая, конечно, да? Вот прям вот сколько смотрю, все не налюбуюсь. Прям вообще круто выглядит. Дрильмен, да? Дрильмен вылез. Ну все в сборе, просто вся команда в сборе. Титан Кимерамен, Титан Дрильмен, Титан Спикермен. Еще нужно создать какого-то Титан Титанмен. Вот Титан Титанмен будет просто вишенкой на торте, я считаю. Это будет такой Титан, который прям супер Титан, да? Все Титан... Ну да, это мы уже читали, получается, да? Это мы уже читали, короче. Защищаемся, да-да, там что-то написано. Так. Ага. Ага. Короче, ученые тут. Ученые в туалете обмоченные, значит, сидят. Скибиди анонимусы. Ученые скибиди анонимусы, ребята. Вот это жесть. И что-то тут они вот клацают, да? Явно не в Counter-Strike играют. Что-то мощное придумали. О, так. Спортзал. Ага. Дрельменовский спортзал, да. Дрельменовская тусовка. Мороженки там какие-то. Пара-па-па-па. Легкий джаз. Легкий джаз. Чтобы немножечко отдохнуть, как говорится. Что-то там пищит. Мне понравилось, как он своим сверлом посмотрел на нас, да, прям. В упор. О, все. Пошла тревога. Пищит. Пищит, зараза. Ну шо, ребята, давайте, защищаем, как говорится. Нужна помощь, отправить. Ой, ой, интернет залагал, да? Чего? Взломали скибиди. Ну, главное, не забыли подписаться, уже хорошо, да? Не постеснялись, как говорится. Так, ребята, интернет взломан. Походу, в Дотан не сыграете партию, да, сегодня? Эти самые скибидисные унитазные рожи все взломали. Ой, музыка, 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 музыка. Все страшнее, страшнее, страшнее. О, Титан Дрильмен разозлился. Ну все, ну все, вы напросились. До святого дотянулись. Интернет, интернет поломали. Как же мемы с котиками, со скибиди-котиками мемы, как смотреть? Все, жопа теперь скибидистам. Так, ох. Боже мой. Боже, какой кошмар. Что-то они резко прямо ополчились на дрельменов-то. Прям на базу дрельменов ворвались, да прям по-жесткому. Смотри, что происходит, а. Офигеть. О, нифига себе. Да. Ой, бедный дрельменчик. Господи. То чувство, когда ты сам из сверла и тебя сверлят. Это, наверное, вдвойне обидно. А это что за злой гений? Скибидисный. Он типа ответственный за все это говно, да? Главный злодеюка. О, ну все. Красиво. Блин, нифига себе. Тут, конечно, спецэффекты. О-хо-хо-хо. Вот это дела. Просто класс. Еще одно удовольствие. Ага, Дрильмен. Где твое сверло? Что-то оно короткое какое-то.
Давай, Титан. Все смотрят на Титана, да? Сейчас Титан придет, всех порешает, да? Это шо? За ужас. Шо это? Мама моя родная, мне страшно. Ага. Это был Скибиди ученый, что ли? Или что, я понять не могу? Не, ну концовка эффектная. Кто это? Пишите ваше предположение. У меня такое ощущение, что это Скибиди ученый был наказан, и из него сделали вот это. Кликайте вот сюда пока. На этом мы заканчиваем. Вот такие вот и новые серии, предыдущие серии. Я считаю, сегодня у нас выпуск довольно успешный. Много чего посмотрели. Так что кликайте, переходите. Тут тоже вам понравится. Если это зашло, то тут зайдет, как говорится. Не пожалеете. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.